И так прошло всего лишь 2 дня. С того времени, когда мы с вами работали по саду. А ясколка уже полностью отцвела, ее хочется состричь, потому что очень неаккуратный вид. Она уже просто загущает сад, и кажется, вот эта вся часть неаккуратная. Поэтому я хочу сегодня ее постричь. Продолжаем работы по саду, стрижем ясколку, буду показывать дальше, что еще у меня расцвело, что распустилось. Еще срежем некоторые растения, пойдем посмотрим, что здесь еще нужно в саду сделать. Я решила сегодня ясколку стричь кусторезом. Ну, попробую, насколько мне будет удобно. Если нет, то, конечно же, возьму обычные ручные садовые ножницы. Мне кажется, что вот этим кусторезом должно быть тоже неплохо. Я права, очень удобно работать этим кусторезом. И главное, быстро, очень быстро. Лучше, чем садовыми ножницами, и легче. И лучше, чем аккумуляторными ножницами. Тем более, что-то у меня с аккумулятором случилось, и мои аккумуляторные ножницы не заряжаются. Нужно нести в ремонт. В этот раз у этого более низкорослого сорта я срезаю только цветоносы, отцвевшие соцветия. Вот. Саму листву я не режу. Я хочу, чтобы был красивый такой серебристый коврик. А вот у этого более высокого сорта я срезаю с частью листвы. Я взяла себе, кстати, и обычные ножницы, потому что еще кое-где есть цветоносы отдельные, которые я не срезала. Например, возле елочек, потому что здесь я побоялась, чтобы не срезать елку. И вот так пройдусь обычными ножницами. Такую коррекцию. Сделаю коррекцию стрижки. Ну, я считаю, на этот раз вообще, можно сказать, идеальный коврик остается. Не так, как в прошлый раз. В прошлый раз я резала секатором и обычными ручными садовыми ножницами. У меня коврик был очень-очень слабенький. Долго нарастал, а в этот раз я его ставила повыше. Вот этот бордюрный край у ясколки можно стричь несколько раз за сезон. Столько, сколько нужно, сколько отрастает, сколько мешает, столько можно стричь. Эта ясколка никак не помешает, она будет отрастать снова и будет нормально при этом себя чувствовать. Но сейчас мне осталось только собрать вот эти обстриженные цветоносы. Но должна сказать, тоже не нужно стараться, их уже очень тщательно вот так вот выбирать сейчас. Почему? Когда мы начинаем их вот убирать, и где-то какой-то цветонос оказался несрезанным, вот, я могу вытянуть его просто с корнем. Поэтому лучше дождаться, когда через несколько дней они все привянут, вот те, которые срезаны, и мы их аккуратно соберем. А сейчас я вот так аккуратно только смела все. Уберу сейчас все это с дорожки, и на этом сегодня моя работа с ясколкой будет завершена. Да, кстати, совсем забыла сказать, всю вот эту срезанную ясколку я буду использовать как мульчу в своем миксбордере.
Но, по-моему, так неплохо, аккуратно получилось. Пойдемте резать люпины. Их пора уже срезать. И покажу люпины прошлогоднего посева, как они сейчас выглядят, и расскажу, когда они будут цвести. Вот так выглядят сейчас люпины. Первые цветоносы уже цвели. Открываются вторые, боковые. Они меньшего размера, всегда меньшего размера. Они выходят вот так по бокам от основного вот этого цветоноса. Ну, смотрите, можно срезать вот так основные цветоносы. Конечно, если не нужны семена. Мне не нужны. Можно срезать вот так. А можно оставить, кому нужны семена. Они вызреют, и можно будет их собрать и посеять. Сейчас покажу прошлогодний посев. И потом буду срезать уже пониже. Можно сказать, ближе к уровню земли. Я их потом срезаю намного ниже. Я потом покажу, как я это делаю. Вот. А сейчас вот такой еще более-менее аккуратный кустик будет стоять, еще цветущий. А сейчас покажу, вот здесь рядышком у меня сеянцы прошлого года. Цвести в этом году они не будут. Цвести они будут только на будущий год. Вот мои сеянцы. Это позапрошлогодний, и он в этом году уже цвел. Я только что срезала у него цветонос, а это прошлогодний. И он будет цвести только на будущий год. Вот такой маленький, совсем небольшой. Как-то долго развиваются сеянцы люпина красного. Не знаю, как остальные. А вот так у меня развиваются люпины красные. Все хотела и каждый раз забываю показать вот эту свою привитую штамбовую форму лиственницы или мадрину, которую я вот так кардинально обрезала весной. Оставила только несколько ветвей верхней части, которые были живые, хорошие и красивые, хорошо располагались. Смотрите, как она выглядит на данный момент. Сейчас расскажу, что я с ней сейчас делаю. А я с ней постоянно работаю. В этой части она еще не заросла, она только начинает нарастать. И я стараюсь сделать у нее такую прищипку, чтобы моя мадрина нарастала, скажем так, правильно. Ну, во-первых, я не хочу давать ей опускаться к низу. Хочу пока, чтобы она нарастала шапкой или, скажем так, зонтиком в этой части, чтобы она загущалась. Я ее прищипываю. Вот эти все ее длинные ветви, которые молодые, которые наросли, я прищипываю. Вот так. И, честно говоря, с тех пор, как я первый раз начала ее прищипывать, она уже очень хорошо загустилась. Я сейчас покажу вам с той стороны. С той стороны она вообще выглядит очень красиво. Это такой, можно сказать, зонтик. А с этой стороны она, конечно, еще оголенная. Здесь еще, конечно, мы можем наблюдать такой пробел, проем. Вот такая вот дырка. Но вид из беседки очень красивый. Давайте мы подойдем оттуда и посмотрим. Сейчас покажу, как я прищипываю. Я подхожу время от времени вот так вот, отросшие молодые побеги, прищипываю, чтобы большинство побегов было, в общем, скажем так, примерно одной длины. И чтобы вот эта шапка загущалась. Вот, кстати, можно увидеть вот здесь. Я прищипнула, и пошли расти молодые побеги. Уже растут молодые побеги. Вот, результат прищипки. Веточки, которые не были мной вот так вот укорочены, на них таких боковых веточек меньше. Это результат прищипки. Поэтому подхожу. Лучше, конечно, делать это в перчатках, потому что все равно у нее есть смола. И вот запах смолы очень хорошо чувствуется. И руки потом зеленого цвета, и можно испортить маникюр. Если смотреть на мандрину с этой стороны от беседки, это практически зонт. Ну вот, после прошлой такой прищипки уже выросли веточки, которые, кстати, нужно прищипнуть, чтобы они не торчали так сильно к низу. Вот так.
Вот. И все. И буду формировать такой зонтик. Не хочу, чтобы она росла у меня к низу, так как закрывает эту горку, этот мой миксбордер. Давайте с этой стороны еще покажу. Самый ужасный вид, конечно, с этой стороны, но эта сторона не просматривается. Ни с какой стороны могу ее увидеть только я, когда подхожу ухаживать за своими растениями в этом миксбордере. Здесь тоже пошел молодой прирост. Вот эти ветки остались сухими, пока не удаляю. На этой пошла молодая вот хвоя в этом месте. Поэтому не удаляю. Думаю, мало ли, может быть, здесь еще проснутся вот такие веточки. Эту нужно тоже прищипнуть. Думаю, со временем эта часть тоже зарастет. Кстати, вот эту хвою я тоже использую как мульчу. Я ее никуда не выбрасываю. Она чистая, она будет лежать под какими-то растениями. Здесь роза свани. Это для тех, кому нужен водопад из белых роз. Здесь у меня 4 куста. 2 в этом месте посажено и 2 по эту сторону. Разрастается со средней скоростью. Не могу сказать, что очень быстро. Цветет обильно. Особенно вот когда только начинает расцветать, она цветет очень обильно. А один недостаток, о котором все время говорю, это то, что она не сбрасывает сама бутоны, их нужно обрывать. Отцвевшие цветы нужно обрывать. Вот это недостаток, потому что они на кусте со временем смотрятся очень даже некрасиво. Розы мало подвержены заболеваниям, но у меня все розы в саду болеют грибковым заболеванием, мучнистой росой. Несмотря на обработки, вот в этом году просто это какая-то напасть, это мучнистая роса. Практически отцвела, вот за моей спиной уже бузина черная сорта Black Beauty. Сейчас у нас пасмурная погода и моросит дождь. Я думаю, видно еще многие соцветия с цветами. Скоро здесь образуются черные ягоды, это тоже будет очень красиво, конечно же, буду показывать. А сейчас вот заканчивает уже свое цветение. Очень быстро растущий кустарник, обрабатывала ее тоже от вредителей и от грибковых заболеваний. В основном поражаются вредителями, конечно. И в этом году цветет моя скумпия. Правда, не знаю, ли завяжет семена. Это будем смотреть, наблюдать вместе за этим, или распушаться ее вот эти соцветия, потому что читала такое, что для того, чтобы распушились соцветия, нужна пара для скумпии, что если одно растение на участке, то вот этих пушистых метелок не будет. Ну вот и посмотрим. Соцветий очень много, она вся покрыта вот такими красивыми соцветиями. Вот и мне самой уже очень интересно, или распушаться будут ли это красные метелки. Начали раскрываться, распускаться у меня первые розы. И вот это моя старая, незнакомая, неизвестная мне роза. И опять я склоняюсь к такому мнению, что это неизвестный мне сорт. Хотя многие писали, что это Розариум Ютерсон, а я с этим не согласна. Потому что у Розариума Ютерсон больше цветок. У меня был саженец этого сорта, но, к сожалению, пропал после пересадки, не пережил пересадку. Цветок больше, во-первых. Во-вторых, он немножечко другого оттенка. Он имеет коралловый оттенок. У этой розы цвет розовый. Такой насыщенный розовый цвет без кораллового оттенка. Может быть, кое-где на первых цветках он немножечко присутствует. Но все-таки я почему-то думаю, что это не Розариум Ютерсон. Роза очень красивая, цветет обильно. Высота ее на данный момент около 3 метров. Расцветает первой из моих роз. Thank you.
Я сейчас хочу подойти к вот этой розе, которая находится над водопадом, о которой я говорю, что тоже не знаю, какой это сорт. Может быть, все-таки кто-то мне подскажет. Как-то писали, что это вроде как похожий сорт на польку, но почему-то многие пишут, что нет, это все-таки не полька. На польку она не похожа. Давайте мы сейчас подойдем туда поближе. Я покажу вам, чтобы вы рассмотрели хорошо, как выглядит эта роза. Имеет очень большую высоту, где-то больше 3 метров, это точно, на данный момент больше 3 метров. Цветет очень обильно, похоже на плетистую розу. Очень красивые цветы, розовые с таким абрикосовым оттенком. Давайте мы туда пройдем. Здесь на нее немножко ложится сосна, поэтому, может быть, плохо видно. Такая красивая, очень обильно цветущая. Очень обильно цветущая. Не склонная к заболеваниям. Но тоже поражается. Иногда она и вредителями, конечно, и мучнистой росой вижу. Тоже подкручиваются листики. Может быть, от вредителей, может быть, от мучнистой росы, не знаю. Но роза очень красивая. Интересный заворот лепестков. И абрикосовый оттенок имеет. Хотя уже, можно сказать, к вечеру идет дело. Поэтому роза не может освещаться солнцем. Она освещается в основном с востока с утра. Потому что здесь это западная сторона участка. Ей попадает восточное солнце. Здесь сейчас на ней солнца нет. На данный момент на нее солнышко не попадает. Роза колючая, с шипами. Не так, чтобы очень-очень, ну, обычно. Обычная такая. Имеет нежный, тонкий аромат. Не слишком насыщенный, но такой нежный, тонкий розовый аромат. Плотные у нее бутоны. Большое количество лепестков, не так, чтобы аж очень-очень, но густые у нее бутоны. И в этом году очень обильно цветет.